Уважаемые телезрители, напоминаю, что вы смотрите 12-й международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна», проходящий при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Друзья, мы продолжаем второй конкурсный день. И представитель Туманного Альбиона сейчас появится на сцене Эрик Антонян, Великобритания. I'm here for victory. Oh, every time I close my eyes, I will perform to my best ability with the audience and with everything around me, like Alec Guzman told me to. It was perfect. The audience was fire. It was great. Just find a way to get to a little closer to your heart. Just give me a chance to show you how to loosen up. We are just a little different, but that is what makes it a little bit more fun, more fun, more fun. Эрик, у тебя написано, что ты родился быть плохим, на майке «Born to be bad». Я желаю, чтобы на майке у тебя было написано «Born to be star». Что ты родился, чтобы Спасибо. Быть звездой. У тебя есть все данные. Ты на сцене просто профессиональный артист. Браво. Спасибо. Пик зрительской активности телеканала НТВ перемещается в...